Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Так, что это у нас вылезло? Неважно. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим очередную страшилку. Это даже не инди-хоррор, это карта Гаррис Мода, которая, тем не менее, я считаю достаточно интересной для демонстрации, потому что те люди, которые в нее играли, говорят, что она очень страшная, она где-то на уровне «Края эфира» и «Амнезии», и очень хорошо сделана. Поэтому надевайте наушники, дело к ночи, и вперед, приступаем. Пока что я, в принципе, вижу, ну, неплохой мэппинг, конечно, но так, ничего удивительного. У нас за окном уже потемнело, как раз ветер. Давайте разбираться. Я решил играть в нее на геймпаде, потому что здесь кнопки особо использоваться не будут, то есть четкость не важна. А на геймпаде все же как-то получается помедленнее двигаться, помедленнее осматриваться. У Гаррис Мода с этим определенные проблемы. Так, тут у нас ключик. Ох, хрена. Что это было? Я просто стоял. Ну ладно. Все равно быстро бегает, конечно. Да? Ну ладно. Хорошо. Не такое проходили. Это было неприятно. Что-то как-то сразу очково стало. Так, ну. Монтировка, скажем. Как нам ее выбрать? Вот так вот, да? Твою мать! Да что ж такое-то, а? Что у нас? Работает как-нибудь? Офигеть. Похоже, эта игра построена будет на скримерах. Есть такое... Блин, мне аж показалось, что кто-то стоит. Есть такое ощущение. Я даже не уверен, что с этой карты можно выбраться. Есть ли у нее логическое завершение, но тем не менее, что-то во всем этом есть. Так, похоже, тут мы не пройдем. Блин, ну конечно, то, что слишком быстро бегает, это не в пользу общей напряженности. Так, все, мы взяли монтировку, теперь можем пробиться сюда. Окей. Это то, что я думаю? Так, подожди. Почему у нас возможность использовать что-либо исчезла? А, ну вот, все нормально, все работает. Криво, конечно, все это работает на Гаррис Моде, но уж что имеем. Так, что на столе? Какого-либо... Какого-либо сюжета тут нет, какой-то четкой цели тоже. Но, блин... Как-то... Довольно-таки... Так... Что-то как-то это... Ну да. Это было ожидаемо. В этой игре, насколько я понимаю, нас будут пугать скримерами. Хорошо. Так, куда мы попали? Там у нас скелет какой-то лежит, похоже, что ли? Кровище. Ну, полный набор. Чего только можно. Но атмосфера какая-то такая своя у игры присутствует. Но... Блин, почему я называю эту игру? Это же просто карта. Так, парень, где твои ноги, руки? В общем, жутковато. У меня, блин...
Уже привычка выработалась, как чуть что, так я либо в угол, либо куда забиваюсь, сажусь и живот втягиваю. Ладно, техника, как говорится, работает, да? Ладно. Что у нас может быть тут? Так. Ага. Так, ну туда я уже не хочу. Ой. Ну туда тоже особо. Давайте тогда сюда пойдем все-таки. Что такое? Отлично. Не попадаем. Ну, как-то, не знаю, уже жутковато, но, блин, привыкли уже ко всему к этому. Твою мать! Твою мать! Не, нахрен, я лучше молчать буду про то, что там кто-то привыкли. А то в эти моменты самое попнецтое и начинается. Блин, у нас ветрище за окном поднялся. Как все вовремя. Так, и чё мы сюда пришли? Так, монитор пусть стоит. Пароль 91... А, подожди-ка. Твою мать, ну! А это чё такое? Ой. Хрена так. Эту пасхалку, похоже, нашли, да? Ну. Fuck you. Нашли пасхалку. Хорошо. Как я заметил вообще этот? Ну, в принципе, достаточно заметно. Блин, как-то слишком резко все. Не позволяет в полной мере напрячься от этой игры. Ага, отлично. Еще новая машинерия. Твою мать. Там... Я выглядываю, там стоит, смотрит кто-то. Офигеть. Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Так, что у нас тут? Вы, по-моему, против, да, чтобы я сюда ходил? Да у нас тут ничего и нет особого. Посмотрим, конечно, но... Но тут ничего нет. Понятно. Кто же там? Тихо, тихо, не нужно таких звуков. Да... Тут не надо, а. Да офигеть тут развилок этих. Выходим. Мы выходим нафиг. Так, а что там такое было? Там прошел кто-то, нет? Меня уже глюч начинает, похоже. Все, нафиг, я выхожу отсюда, мне тут не по себе, натурально.
Мое любимое слово. Наконец-то пригодилось. Мне здесь натурально не по себе. Так, понятно, у нас тут спуск вниз. Сюда мы пока не хотим. Не хочем. А, понятно, тут у нас бабайка появлялся, да? Нет, ладно. Все-таки пойдем туда тогда. Так, что мы тут имеем? Блин, что ж ты пугаешь-то меня? Склад. Ага. Так, а тут что такое? Кто там на улице орёт? Тихо, пожалуйста, не нужно вот этого. Да, блин, еще. Что-то, ребята, как-то мне неспокойно. Я совершенно не представляю, куда иду, честно говоря. Вон там у нас кровище. И труп лежит, отлично. Тихо, тихо, тихо. Что-то я уже понимаю, что идти сюда было ошибкой. Ну, допустим, и что это нам дает? А, нам сюда нужно принести 3 аккумулятора, может? Ой, что так темно-то стало? Ну не надо вот этого, а. Не шевелись больше, пожалуйста. Ищем, ищем аккумуляторы. Несмотря ни на что. Один, по-моему, я знаю, где лежит. Полный финиш. Хорошо. Ёлки-палки. А действительно страшная карта. Надо отметить, господа уважаемые советчики, которые подсказали мне. Я к ней относился, надо сказать, со всевозможным скептицизмом. Простите меня за это. Что у нас такое? Столовка какая-то, что ли? Это что за нахрен было? Это что за горловое пение какое-то? Так, здесь я аккумуляторов нигде не вижу. Это плохо. Да блин, это у нас персонаж, похоже, пузатый-пузатый. Да все лестницы застревают. Так, и чё мы сюда приперлись? У нас ничего. Дайте мне аккумуляторы. Все, нафиг валим отсюда. Нехорошее место. Ой-ой-ой, ой. Столы так и стояли или нет? Я уже не знаю, честно говоря. Валим нафиг. Не хочу ничего знать. Подожди, как прыгать? Не вставай ты, елки-палки.
Нет, ничего. Да, конечно, управление Half-Life'овское не сильно подходит для геймпада. Так, подвал какой-то. Ну да, как говорится, что ж поделаешь. Это что? Еще одна бесполезная комната, похоже. Ага, вот. Так, ладно. Ага, я понял, где мы находимся. Так мы же назад вернулись, да? Здесь нигде аккумулятора нет. Там не было. И тут нет. Так, ну, в принципе, большую часть территории, я так понимаю, мы исследовали. Я так думаю. Подожди. А что ты тут делаешь? Ты же должен на этом столе лежать, уважаемый. Хорошо. Да, вот тут должен один аккумулятор лежать. Так, отлично. Уф, так. Когда я видел превью этой игры, там как раз парень спрятался от шума. Так что не удивлен. Так, вроде все хорошо, да? Где у нас этот спуск-то был? Куда-то сюда? Ой, ну не нужно, пожалуйста. Хорошо, двух хватило. Ну. Давай. Давай, 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 блин. Что делать-то? Твою мать, твою мать. Блин, мы все умрем. Ёлки. Мне хана. Открой. Твою мать. Будь готов к непредвиденным последствиям. Ну ладно. Так, и что, все на этом, что ли? Ну, было страшно, но не сказать, что прям до усрачки. Поначалу, конечно, рванула шаблонка, а вот тут вот заорала. Но я хочу туда вернуться. Давайте посмотрим, что у нас. Лампочка странная какая-то. Хорошо. Я хочу узнать, что же там в итоге осталось. Ну, мне кажется, просто дверь закрытая будет. Но, тем не менее, неплохая такая карта. Немножко помотала нервы. Ну, как-то не сказать, что прям уж так... Было дико страшно, но все же что-то во всем этом было, да.
Так-то у нас что? А, там у нас пасхалка была. Куда мы тут идем? Тут я был, нет? А, да-да-да, понятно. Так, ну в принципе, да, везде были, где только могли. Больше нам, судя по всему, идти-то особо некуда. Так, вот это место. Ого. Ага. Понятно. Это к самому началу. Ну, в принципе, ладно, давайте на этом завершать тогда, что ли. Не могу сказать, что это прям меня до усрачки напугало. Были моменты, конечно, когда было жутковато, но в основном все свелось к нескольким скримерам. Ну, спасибо, что посоветовали. Вы посоветовали, я... Не, все-таки охрененно страшная вещь. Спасибо, что посоветовали. Пишите все так же в личку, новые игры. Я их обязательно посмотрю, если они меня заинтересуют. Что, туалетная бумага кончилась, да? Короче говоря, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.